Строительство принципиально новой по своему проекту и отвечающей самым современным требованиям школы стало в Славянском районе одной из ярких примет нашего времени и не раз освещалось в выпусках новостей. До 1 сентября, когда классы новой школы заполнятся нарядными учащимися, остается чуть больше полутора месяцев. Поэтому интерес районных властей к готовности этого важного объекта вполне объясним. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб побывал на этом объекте. Строительство школы заканчивается. Здесь, под контролем районных властей, делается все необходимое, чтобы ко дню знаний новая школа выглядела безукоризненно. И это касается не только всех 55 ее кабинетов, но и прилегающей территории, где размещаются футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и зона отдыха. Школа очень нужна нашему городу, поскольку она поможет улучшить условия обучения для многих школьников. Мы разгружаем наши основные школы. Это 4, 1, 18, 5. Школа современная, имеет два новых спортивных зала, дополнительный, значит, фитнес-центр. Есть возможность заниматься не только здесь образованием, но и доп. Образованием, зал хореографии, современный центр информатики. Поэтому мне приятно, что вот в этом городе есть такая современная школа. Ждем наших детей, будем рады всех видеть. Реконструкция Северного парка – еще один важный фронт работ, состояние которого очень интересует славянцев. Роман Синеговский осмотрел место проведения работ, задал ряд вопросов по ходу их проведения и получил ответы от строителей. Самое главное на вот эти вот деньги, которые мы получаем в этом году, мы для себя этап определили? Да. То есть докуда мы, что мы делаем, как мы делаем? Какую-то логику это все будет для нас иметь, да? Я имею в виду, чтобы вот люди уже могли пользоваться тем, что мы сделали. Северный парк и сейчас популярный у горожан, после реконструкции сильно выиграет по красоте и удобству. И все славянцы, конечно, ждут его преображения. Еще один важный вопрос, который требует решения – нехватка мест в детских садах, прежде всего для детей ясельного возраста. Решить эту проблему можно путем пристраивания в детских садах новых помещений к уже имеющимся. Глава Славянского района вместе со специалистами осмотрел в детских садах площадки, где планируется строительство. Для строительства пристроек нужно тщательно подготовиться и все заранее предусмотреть. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».